Мои дорогие, привет! Вместе сделаем салат. Не могу. Не могу и не хочу делать ничего одна на кухне. Ну, это же вообще. Салат хочу сделать с куриной грудкой, с ананасами. Куриная грудка, ананасы, сыр, яйцо. Короче, не знаю, положу, что есть. Вообще дома два последних яйца. Сейчас поставлю варить. Ой, сегодня сварила, знаете что? Сварила сегодня себе компот. Сейчас покажу. Из мороженой клубники. Ягоды слила. Обалденный получился. Сейчас покажу. Процедила два раза. Ну, кастрюля еще горячая. Без сахара, без всего закипела. Ягоду выбросила в унитаз. Попробовала. Я думаю, что вкус будет гораздо лучше, если он немножечко остынет. Наварила, короче, компоту. Я вот не знаю, как мне быть. В общем, я купила грудку копченую. Но она в вакууме. Как-то вот я не особо ей доверяю. Нет, вы представляете, светопредставление. У нас в городе, я ходила в обед в Мегамарт, хотела пойти купить. О, блядь, бутылка шампанского стоит. Хотела купить в обед, представляете, куриную грудку, пошла в Мегамарт. Нету куриной грудки. В Мегамарте пустые витрины. На Ленинский приехала, зашла в мясную классику, нет. Ты мне кажется, эта вот грудка, которую я сварила, мне кажется, она ловчее будет. Она махонькая. Я добавила очень много специй при варке. Очень много. Она такая, знаете, как полукопченая должна быть. Я вот не знаю даже, какую положить. Вот эту. 731 грамм. Грудка вареная, копченая. 8.01 сделано. Изготовлено, упаковано 08.01. Мне кажется, вот это вот будет половчее. Как-то вот не могу определиться. Сыр. Мама сегодня пришла ко мне на работу первый раз. Я ее завела. Я говорю, мама, заходи, посмотри. Туда-сюда. Она говорит, так я ведь что, видала? Я говорю, где ты видала? Она говорит, на видео. Открыть поди надо. Бутылочку. Льва говорит, сегодня же Новый год. Сегодня же... А подожди, может вина? Ну, вино я смогу допить. А бутылку могу я... Блин. Я же не выпью. Вот так вот, если бы бокальчик шампанского, если бы маленькая бутылочка была, оно уже выдохнется. Я его испорчу просто-напросто. Нет. Я как куркуль буду жадничать. Но хоть бы уже за два дня выпить, ближе к выходным открыть. Нет, не буду. Я просто испорчу. Испорчу вино, испорчу шампанское. Я его выпью только один бокал. Макуза не налью. Благо, есть что выпить. Сейчас схожу за штопором. Налью бокальчик красного вина. Слушайте, знаете, я вчера... Я прям чувствую, что я перебрала, прям подыхала. Вот реально подыхала. Это вообще... Ананас купила маленький сегодня. А, представляете, зашла за мандаринами. Мандарины такие, знаете, как страшные, как моя жизнь. Ананасик купила. Мне кажется, он начинает уже пропадать. Ну, такой. Надо его съесть в самое ближайшее время. Может быть, завтра на работу возьму. Так, Инна, все, успокойся. Хватит кипишить, налей вина. Дорогая, налей себе вина. Так. Опять встала, нет, чтобы заранее сварить яйцо вот на салат. Знаете, да, что два последних осталось. Я не знаю, я в своей жизни никогда не покупала яйца. Вообще никогда.
Я в своей жизни много чего не покупала. Прекрасный штопор купила в этой, как его зовут, в Икее. Икея же, да, это? Да, с Икеей. Ой, как тяжело, а? Как тяжело. Кстати, господи, я ведь сегодня пошла еще в этот. Пошла в кино. Боже. Я прям умоляла, говорю, пожалуйста, давай не пойдем, давай. Блядь, надо мной человек сжалился. Я говорю, я согласна на все, что угодно. Он такой, на что, например? Я говорю, на все, что угодно. Он такой, поехали ко мне. Я говорю, нет, говорю, пошли попьем кофе. Я говорю, я не хочу этого холопа смотреть еще раз. За нас, за Новый год. Боже, какой потрясающий букет. Бюджеточка, она такая хорошая. Макузани. Сухое красное. Виноград сорт Сапирави. Урожай 2018. Защищенное наименование места происхождения. Регион Кахетия. Хорошее вино. Для меня Грузия раскрылась другими красками. Так, я не знаю, какую часть грудки мне делать. Так, в смысле, с грудкой я еще не определилась. Сейчас потру сыр, пока подумаю. Попью винишко, попью сыр. Так, ну вот, короче, сыра у меня вот столько. Ну так хватит же, да? Что-то видите, да, полупропащий. Ну-ка, сейчас я его тут маленечко стругану. Так, это я счистила. Ну-ка. Так. Все. Все счистила. Какой-то мне показалось, что полупропащий. Нет, вроде ничего, пахнет. Пахнет-то хорошо. Ну, все прекрасно. Яйцо закипело. Все. Вино. Блин, представляете, старый Новый год. Старый Новый год, я завтра иду на фотосессию. Мне нужно бы выспаться. После работы еду на фотосессию. Это ёб твою мать. Это опять домой черт знает во сколько приду. Подождите, а как режется? Сыр, поди сыр-то режется. Да, в пизду. Ну и потру на терочке. Слушайте, поди надо кубиком резать. Нет. Ну я все уже. Что, половину сыру натру, половину что ли? Половину порежу? Нет, нормально. Самое то. У меня сейчас идет, я включила на самом деле, там актер какой-то, который снимался в фильме «Афоня», ищет своего единственного ребенка. Короче, зачал его, когда еще был студентом. Начал встречаться с женщиной в городе Куйбышев, это сейчас Самара. Она работала на троллейбусе, ездила. Представляете, у меня была мечта, чтобы я работала водителем троллейбуса. Да, я в детстве об этом мечтала. Господи, спасибо, что ты иногда наши мечты не исполняешь. Представляете, я бы работала водителем троллейбуса. Я в детстве говорила всем, что я буду водителем троллейбуса. Господи, если ты наши мечты не исполняешь, не все, это ой, большое спасибо. Я в шоке была бы. Представляете, такая я с вами, у меня был бы свой канал на Ютубе, у меня по-любому был бы, да? Ну, конечно. Был бы канал на Ютубе, я бы
Ездила так вот, крутила. А у нас, кстати, сейчас я бы еще бы и без работы осталась, потому что троллейбусов в нашем городе нет. У нас было раньше троллейбусное депо, автобусы ходили только. У нас на Ленинском никогда тралликов не ходило. Тралики ходили по центру города и в Красногорку. На Южный ходили тралики. У нас не было никогда. И, наверное, лет 8 назад. Да, наверное, лет 8. Ну, может быть, 7. Троллейбусы, все. Ну, короче, троллейбуса сейчас в нашем городе нет. Так жарко спине, там варятся яйца. Смотрите, я тоже процедила бульон, в котором варила курицу. Ой, блин, крышка. Ну, это, короче, это вода бежит, это не бульон, потому что я... Он такой перченый, что-то мне как-то жалко его вылить. Опять, представляете, вот про... Это чистые руки. Это с крышки сбежала конденсат. Что я о чем говорила? Алкоголичка, блядь, нихуя не помню. Я не помню, о чем я говорила. Так было бы хорошо, чтобы кто-то бы сидел, сейчас мой ассистент, и так и по это, и помогал бы мне. Что там, ты договорила то-то. Типа мысль, чтобы не потерять. Чё к чему морковь? Откуда бы морковь взяться? А, вот, представляете, сварила-то всего лишь ничего. Сварила компот из ягод, сварила курицу, вот, на салат. Ну, потому что что-то вот как-то вот я не особо доверяю вот этой вот грудке. Нет, она свежая. У нее срок годности это как бы... Так, 21 сутка. Короче, если на 8 числа произведена, сегодня 13-е, ой, да ей до конца января, и даже начало февраля. Она-то в хорошем состоянии, это она не пропащая. Но что-то как-то я не знаю. Фух. Хочу сделать много салата, чтобы у меня был. Просто чтобы я приходила домой, и салат у меня просто был. Вот, чтобы просто была еда. Люди до такой степени уверены, понимаете, что я могу решить все их проблемы, я вообще просто в шоке. Сегодня захожу в Магнит, встречаю Миху. Миха Полянский, короче, наш ленинский, кто знает, тот знает. На железной дороге работает, всю жизнь там работал. Такой говорит: «Инна, почему ваш гребаный СДЭК мне эту, как сказать, сообщение не шлет? Где моя посылка?» Я говорю: «Миша, я не знаю». Я говорю: «Как ты думаешь, я сейчас смогу это посмотреть?» В итоге: «Завтра, говорит, я к тебе приеду или я тебе позвоню». Я говорю: «Хорошо». И представляете, смысл-то в чем? А ну так как мой номер принадлежит мне уже с 20 лет, а мне сейчас 37, то есть номер мне принадлежит 17 лет. Да как так? Я говорю: «Миш, запиши мой номер телефона». Он такой: «Ты меняла номер телефона?» Я говорю: «Нет». Мы с ним виделись, но мы с ним не созванивались. Я говорю: «Нет, не меняла». И он достает. Он из памяти. Как он что? Из аппарата, из телефона в телефон его переносил. У него современный телефон. Он смотрит, мой номер у него в памяти есть. Представляете, я говорю: «Ну там вот набираю 8 912, там диктую». Он набирает вот первые цифры и высвечивается сразу же два имени там, ну вот на похожую нумерацию. Ну вот этот, я говорю: «Миш, да». Я говорю: «Офигеть, какая постоянная женщина». Вот какая постоянная. Вот номер, на котором у меня WhatsApp, он мне с 20 лет. А номер, который второй, который мотив. Смотрите, как много сыра. А номер, который второй, у меня с 2005 года. Так. А я, знаете, что думаю? Если сыра много, то, наверное, мне курочки-то не хватит. Вот я что думаю. Ну-ка. Доставала, как сказать, из посудомойки посуду, и представляете, один бокал не промыла, я его сполоснула. Вот здесь вот мы пили виски, вот здесь вот коричневое было.
Я губкой отшоркала. Кстати, знаете, то, что посудомойка выёбывается, я это уже замечала. Я мою лучше, чем посудомойка. Я хоть, конечно, понимаю, что я женщина, а не посудомойка, но я мою чище. Я таких косяков не замечаю. А, не оставляю. Мама принесла мне еду на работу. Давай тут жрать. Забыла о работе. Давай греть. Настя не знала, как приходит и говорит мне. Он такое ощущение, что пахнет жареная картошка. Я говорю, да нет, не жареная картошка, а пахнет. Мне мама принесла кашу гречневую с тушенкой. Бля, так вкусно я не могу. Обалденно. И причем кашу гречневую, а там прям одно больно мясо. Обалденно просто, как вкусно. Я вот прям ем, сижу. Я-то понимаю, что я пойду в кино после работы. Там, не дай бог, мне нечего будет поесть. Думаю, тем более, если есть еда, почему мне не подкрепиться. И это, прям ем, и девчонки говорят, блин, так вкусно выглядит. Так, надо проверить на косточке. Блин, я так классно. Я высыпала, знаете, варила курицу. Мне мама еще в прошлый раз говорила. Она говорит, Ин, зачем тебе покупать грудку? У тебя же есть куриная грудка. Вот. Ты ее свари, побольше добавь специй. Я высыпала перцы, наверное. Сейчас скажу. Я высыпала перцы, наверное, горсть. Смесь перцев черного и красного. И я высыпала, сейчас скажу, приправу для курицы. Почти целую упаковку. И знаете, и она получилась офигенская. Она получилась вообще огонь. Я, когда выкладывала ее, когда цедила бульон еще, там маленько ошметочек курочки был. Я попробовала, думаю, обалдеть. Думаю, так это... Во-первых, курица вот такая вот копченая стоит очень дорого. Что мне здесь? Блядь, Саша звонит. Сана, привет. Саш, я видео снимаю. Саша, у меня с тобой получится всегда. Сашенька, через час. Все, давай, счастливо. Давай, пока. Короче, Сана Пьянков. Сейчас скажу, он у меня есть ВКонтакте. Кто он мне звонил? Сейчас объясню, какой чувак. Хороший парень, не женат, живет в Екатеринбурге, своя компания у него есть, юридическая. Работал раньше в юридическом университете. Представляете, какие у меня мужики? Я его знаю? Лет 10 точно знаю. У кого 10? Я в этой квартире уже 8 живу. Вот я не знаю, мне может за Сашу выйти замуж. И мы с ним на эту тему уже разговаривали. Он так, я говорю, Саша, я говорю, сама ты понимаешь, говорю. Я говорю, мне вот он обеспеченный парень. Обеспеченный из хорошей семьи. Родителям надо внуков. Владимир, какая? Ваш эксперт или ваш юрист? Блядь, как эта фирма-то у него называется? Сейчас я зайду в контакт, там еще кто-нибудь напишет. Ну нахер. Ваш юрист или ваш эксперт? Знаете, чем занимается его организация? Не людей консультируют, а фирмы консультируют. Консультируют юристов. Вы представляете, какой уровень? У Саны мозгов? Бля, ну реально, он реально умный парень. Когда у меня был день рождения, накануне, я вообще думала в день рождения уехать в Екатеринбург. Были у меня такие мысли. Забуриться в отель, куда-нибудь в Хаят или в Ромаду. Я думала, Сашеньку с собой позову. Ну, в то время-то, видите, я же влюбленная дура была.
из-за людей недостойных столько, блядь, крови себе выпила. Ну вот ем, и мне уже все нравится. Вот просто вот, я думаю, просто какая рукодельница, а? Дать-ка, дорогая, выпей немного вина. Сколько там яйца уже варится? А у меня их всего два. А, вот представляете, сварила курицу, сварила компот, упиздячила всю плиту, давай ее мыть. Блять, на кухню хоть не заходи. За одно берешься дело, другое нужно делать. Это прям вот хоть не заходи на кухню, это так тяжело. Вот такой вот салат, курицу, ананасы и сыр Маринка приносила на день рождения. У Маринки было в декабре. Я последний раз этот салат сегодня ела. Сегодня еще такая, захожу в Мегамарт. Вот этот салат стоит 100 грамм 47 рублей. 47 рублей за 100 грамм еще и желтый ценник. Че, реально, блядь, так дорого? Так 100 грамм, это же прям, вот знаете, это же прям вот одна маленькая... Ой, блядь, не могу, мне нос чешется. Это же прям, знаете, вот одна большая столовая ложка сверху. Так дорого! Я вообще в шоке просто. Так дорого вообще. Как дорого жить? Кожа. Обалденная просто. Такая поперченная. Я не солила, просто добавляла приправу и много перца. Это мне мама так научила. Офигенно. Я думаю, что мне, наверное, не хватит. Мяска, наверное, не хватит. Наверное, все-таки придется эту курицу открывать. Ну-ка, кожу сожжу. Бля. Какая перчененькая. Какая перчененькая. А, у меня в комментариях одна девушка спрашивала, что у меня за платье, в котором я сегодня ходила на работу. Вон же оно, вот то платье, которое вот у меня... Я пришла разделась. Вот же вот это вот платье. Это же Василек Ивановский, трикотаж. Василечек, Василечек. И еще одна девушка спрашивала, какой у меня размер этого платья. Я там что-то уже ответила. Так. Тик-тик-тик. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла. А одна дура мне сегодня написала, что я алкоголичка, что у меня опухшее лицо. Да где оно у меня опухшее-то, а? Ой, какие же люди все-таки противные. Ну где? Вымой эту. Посудомойку загрузила. Одну партию разгрузила. Вторую загрузила. Вот такую тарелку, думаете, мне кто подарил? Короче, подарила мне Людка. Может, она мне даже сейчас смотрит. Короче, у Олега, у Коршунова есть брат. Как его зовут? Олег. Подожди, как у Олега брат? Может быть, Олег. У Олега есть брат. Бля, прикиньте, я забыла. Как? Костя. Нет, Костя же в Челябинске, другой. Антон, вот как я вспомнил, как его зовут. Так вот, у Антона есть жена, очень ревнивая Людка. И она когда-то приехала,
Мы справляли 8 марта вместе. И она всем подарила... Ой, блядь, давай еще из этой тарелки все перебью. И она всем подарила вот по такой тарелке. И сейчас эта тарелка у меня ни в пизду, ни в Красную Армию. Она отличается от всех тарелок в моих доме. Потом у меня еще есть вот такая вот тарелка с клубникой. Тоже не подходит ни под что. Я ей редко пользуюсь. Но есть. Есть, есть, есть. Так, что мне нужно сделать? Что мне нужно сделать? Так, яйца, наверное, сварились уже. Сейчас я их прихвачу. Из там кого? Мало, да. Мало курицы. Нужно еще курочки. Что, блядь, на курицу наступила? Смотрите, поставила тарелку и все потоп в раковине. Надо же, я даже не думала, что у меня дома два яйца. Я даже не думала. Как так-то? Ой, ну, конечно, мало. Что-то я, получается, в этом салате главный ингредиент – это ананасы и копченая грудка. А сыр – это уже постольку-поскольку. А получается… Не. Надо еще подрезать. А может, и ананасов положить две этих? Ну, нормально пахнет, не пропащая. Причем такие офигевшие. Вот я купила копченую грудку 227 рублей за 100 грамм. Ну, так в магните так цены написаны. А захожу, я думала, что есть рефтинская. Рефтинская, она сама по себе лучше. Она по суше, она такая вот прям вот сбитенькая. Я думаю, ее пойду поищу. Зашла в мясную классику, зашла в Мегамарт. Везде, короче, ее нету. В магните вот эту вот нашла. Думаю про себя, ну зайду в Три Кита, посмотрю. В Три Кита стоит куриная грудка 380 рублей. А я купила за 270. Вы не представляете, вот то, что там пройти ровно, блядь, 2 метра. То есть, вот, смотрите, магазин «Магнит», «Сбербанк» и «Три Кита». Вот. Это вот, понимаете, этот пятачок, это все возле моего дома. Разница на один продукт 110 рублей. Я вообще в шоке просто. Я просто в шоке от цен. Как так? Че, неужели рынок вообще никто не мониторит? Нас чешется вообще капец просто. Ну, конечно же, это не к выпивке. Не к пиздюлям бы и то бы спасибо. А кто меня может отпиздить? Ха-ха, кто такой? Где такого смельчака можно найти? Так. Ой, блин, я не могу. У меня по дикости аллергия на готовку. Ну, тут со всего леса грудка 700 граммов. Ну, 700 граммов мне, конечно, не надо. Ну-ка, попробуем кожу. Моя табаща. Как хуйня. То ли дело я наварила. Ну, ладно, сейчас мы разбавим. Ну, кожу выбрасывать не буду. А, вот. Мокрая тряпка. Вот. Мокрая, чистая тряпка. Очень хорошо. Так. Вина нужно плеснуть. Ой, ничего не могу делать без вина. Ничего. Прям вот в руках ничего не спорится. А, как вкусно. Господи, как вкусно. Боже. Я рождена, чтобы пить вино. Вот я рождена для любви, пить вино. Гулять у моря, плавать в море. Каждый для своего рожден. Кто-то рожден для работы.
Блин, я кое-что вспомнила. Как бы не забыть. Короче, сегодня на работе получила посылку. Посылку для нашей организации, для Урал-Курьер. С этим. Заказывала на СДЭК материалы, фирменную упаковку. Вот эти вот коробки-то S, M, L для физических лиц. И у нас курьер сегодня был. Мы, короче, 5 коробок на Каменскую задолжали. Блять, надо себе сделать напоминание, чтобы девочкам отдать, чтобы рассчитаться. Сейчас коробки напишу. Так. Составить. Коробки 5. Сохранить. Блять, получили сегодня, представляете, все еще не отдали. А курьер был, моё б твою мать. Такие неблагодарные нас девочки выручили на работе, а мы не отдали. Так. Да, ай, блядь. Ещё, блин, порезать не хватало себя. Так вот, короче, тема передачи, вот это вот на самом деле известный актер, который снимался в фильме «Афоня», играл мента. Ему ни одна женщина детей не родила за всю жизнь. Вспомнил о том, что когда-то кто-то от него был беременный. Спустя 44 года подумал, что нужен ребенок. Ну, я надеюсь, что есть что наследовать. Выяснилось, что у него сын. Совсем такие отголоски я, ну, конечно, я пизжу там, я сама не понимаю, о чем, это, как сказать, о чем там речь, но впервые актер согласился на встречу с непризнанным сыном. Я это вообще в шоке просто. Как мужчины сначала могут бросить женщину с ребенком, а потом подмазываться? Ну вот как? Что за люди такие? Слушай, мне понравилась фраза Бориса Корчевникова. Это он раньше был ведущий на ведущий прямого эфира. Ну все же, да, Борьку-то все знают. Он сказал, что сделанные аборты – это вина мужчин. Ах, Боря, как ты прав. Если женщина не хочет рожать ребенка, ну ты же мужчина виноват. Во-первых, то, что она забеременела, мужчина виноват. Отчасти. Ну, конечно, бабская глупость и надежда. И, во-вторых, что если женщина сделала аборт, то, конечно же, виноват мужчина. Значит, ты никчемный, блядь. Значит, ну не дай бог от такого иметь детей. От такого бежать надо. Не дай бог, что-то будет с ним связывать. А, сегодня ехала еще... Нет, не сегодня получается. Подождите, и вчера. Нет, не сегодня. Когда же я ехала? Это же не утром было, это было вечером. Вечером я ехала не на маршрутке, подождите. Мне так ясно, какие-то эпизоды в жизни как-то так ясно. Это, когда же это было? В общем, я села в транспорт, и девушка зашла с 3 ребятишками. Девчонка, таджичка, потом я у нее уже спросила. Она красивенькая, сама по себе, блядь, она молодая. Ей, наверное, года 24, но уже 3 ребенка. Ну, детки-то такие чистенькие, хорошие. Приехали к папе. А в маршрутке было битком, подождите, когда же это было? Это, может, была пятница? Нет, нет, не пятница. Это, может, не приснилось? Да как, блядь, приснилось? А, это было утром, это было утром, это было утром. Вот, это было утром. У меня все сравнялось все эти дни. Смотрите, сколько. Курица и сыр. Ну, блядь, таз просто. Вот сейчас просто таз. Так. Так. Сколь добра, сколь добра. Такие чистенькие, детки такие вообще такие замечательные. Девчонка говорит по-русски только плохо. Дети вообще не говорят. Приехали сюда жить.
Приехали к мужу. Муж, наверное, здесь работает. Приехали к мужу. Вышли в старой части города, там, где моя мама живет. Куда-то пиздовали туда. Думаю, обалдеть. Она с детьми-то разговаривает на своем, на таджикском, видимо. Было бы клево, если бы я знала бы и узбекский, и таджикский. Было бы вообще клево. А еще у нас сегодня на работе пришла получать посылку девочка. Блин, я посмотрела, кому посылка предназначается, я вообще просто офигела. Ее зовут Сивиль. И такое имя-то еще такое, отчество такое вот. Короче, не такое уж распространенное. В итоге фамилия у нее русская. Фамилия русская. Я спрашиваю, девушка, кто вы по национальности? Она говорит, мой папа азербайджанец. Я говорю, я еще подумала, что вы турчанка. Она такая, блядь, она такая красивая. Она просто красотка. И, наверное, лет 25. Она просто такая вообще... Ну, вот есть же люди красивые. Вот есть люди красивые, ну, прям красивые черты лица. Так вот, эта Севилья, она прям вот такая. Мне редко кто вот так вот прям нравится, что вообще вот так вот, что вот прям вот так вот вообще, Такое это, конечно же, редко бывает. Женщина может быть ухожена, может, как сказать, хорошо выглядеть, хорошо быть накрашенной, но вот прям красивая от природы такое очень редко бывает. Это вообще, это просто практически не бывает. Это, как говорится, ходил, гулял по улице и понял, как же много красивых людей дома сидят. Вот Инна, красавица. Инна красавица, наклюкалась уже. О, как вкусно, тоже салатику поем. Сейчас я этих ананасов достану. Короче, вот не знаю. Вот у меня есть ананасы, красная цена колечками, вот эти вот Green Ray. Ну-ка, откроем красная цена. Я, конечно, понимаю, что нужно две банки будет ананасов. Ну, потому что вот на такое количество куриной грудки и сыра, тут, наверное, килограмм. Кого килограмм? Тут больше килограмма. И надо, как обычно, вот начинает готовить, как на Маланину свадьбу. Что-то яйцо какое-то мокрое. Пропало, поди? Да нет, не пропало вроде. Когда оно успело-то пропасть? Ну, вряд ли. Чтобы эти маленькие скорлушки потом не попались никому. Ах, никому. Ой, блин, это-то что, не пропеклось, что ли? Что, пропащее? Ничего не понимаю. Да нет, оно не может быть пропащим. Ну, а почему оно не это? Видите, какое? Сырехонькое. Блин, знаете, что я думаю? Почему мне чешется нос? Блядь, не за цветочков, наверное, из-за этих. Ну-ка, подожди. Ну, конечно, блядь, из-за них, наверное. Но нельзя с ними находиться в непосредственной близости. По-любому из-за них. Как вкусно.
меня всего лишь 2 яйца. Всего лишь. Ну, 2 яйца это лучше, чем ничего. Ну, конечно, это мало. Ну, что это? Представляете, вот на такую бадью, если все ингредиенты гораздо больше, ну, маленечко может смягчить вкус. Причем студия вот в этой программе на самом деле, вот вообще все ток-шоу, они так всегда искренне удивляются. Так вот, смысл-то вот этой передачи на самом деле. Оказывается, он был студентом, она была на этот момент замужем. Она была замужем, и вот что значит, говорят, да, в СССР секса не было. Она была замужем, у нее муж был в командировке. Смысл-то программы в чем? Муж был в командировке, он был каким-то капитаном на корабле. И она загуляла с этим студентом. Блядь, я вообще в шоке просто. Вот, блядь, о времена, о нравы. Еще вот многие люди пытаются говорить о том, что это сейчас какая-то молодежь. Сами-то, блядь, что творили? Ну это реально, это вообще... Сколько у меня историй вообще из личной жизни, как не из личной жизни, а из жизни моих близких. Все, блядь, перееблись. Все это вообще какой-то пиздец. Переблись все. Все, ну, что, с такими умными моськами ходят. А осуждать первые. Всегда баба, если осуждает вот кого-то вот такого. Значит, она сама самая, блядь, гулящая, самая пропащая. Всегда. То есть люди видят в других то, что они в себе, носят. Говорили? Так, подожди, с кем я ходила на горке? А, вот, мы не на горке, мы вчера-то ходили, пошли на горке, вообще изначально мы поехали кататься на бубликах. Я поехала туда, в Красногорку, к Байновскому мосту, к Полинке к своей, ну, там Миха, этот, Ромашка был. Я поехала кататься на бубликах. Это уж потом парни сказали, вы что, давайте мясо пожарим, мы же типа пойдем типа на природу, ну давайте. Парни это дело все замутили. Мы полдня искали шашлык, полдня искали уголь, мангал. Ни у кого ничего нету. Я вообще охуеваю. Как так у парней нет мангала? Вот, допустим, Мишка живет рядом с Полькой. Как так нет мангала у парней? У меня мангал есть. У меня есть мангал у бабы. У меня есть все, блядь. Я могу поехать хоть в турпоход. Как так нет? Это элементарные вещи. Пока все купишь, и починать вот такие люди. Типа, мангала нет, ну давайте мангал, вот мы пожарили, и давайте мангал оставим здесь. Я говорю, а почему мы его здесь оставим, почему мы его домой не заберем? А зачем он нам нужен? Я говорю, да чтоб в следующий раз не покупать. Нет, давай оставим, не потащим. То есть люди относятся как-то очень потребленчески, к потребленческим вещам. Блядь, мне жарко, я не могу. Мне жарко прямо. Как можно не ценить, как можно покупать вещи одноразовые? Как? Причем мангал вот этот, вот, который мы купили, около 200 рублей. Ну, раза 3-4 он точно послужит. Он, конечно, такой тонкий, беспонтовый, но раза 3-4 он послужит 100%. Вот у меня есть друзья, но они уже развелись.
Олеся с Женей. Олеська уже второй раз вышла замуж. Вообще Женька мой друг детства. И я это ходила к ним на свадьбу. Как-то одно лето мы вообще просто каждый день ходили на шашлыки. Просто вот они выходят гулять, Рома у них маленький был, просто вечером, летом, просто идешь на шашлыки, вот в лес, пожаришь мяска по одному окорочку, так вот купишь на развес 3 окорочка, лето, хорошо, по бутылочке пивка, и пойдешь, семечек купишь, там туда-сюда. И это, такое вообще, такое время было хорошее. Так. Так, подождите. А что подождать-то? Так мы вот с этим мангалом, который был, мы ходили все лето. Все лето мы жарили каждый раз. Как так можно купить вещь на один раз и выбросить ее? Ну как так? Я бы понимаю, там налика было бы вообще умотаться. Нет, там есть, конечно же, деньги. Никто не голодает, никто там хуй последний не досасывает. Ребята хорошо зарабатывают, ребята молодцы, ребята стремятся. Ну как можно покупать одноразовые вещи? Как? Так. Ах. Такой сладенький. Сладенький, вкусненький. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла. Та-да-та-да-та. Та-да-та-да-та. Так. Та-да-та-да-та. Нафига я выпила этот сок? Чего не понимаю, чего я на него кинулась? Ну, этот приторно сладкий сок. Блядь, еще полотенце упало. Так. Вот, представляете, наклюкалось. Все уже, солнце ярче светит. Трава зеленее. Ну, то ли, что вот так вот просто расслабиться с работы. Чтобы что-то вообще, чтобы что-то захотеть делать, даже для себя. Чтобы что-то захотеть делать, я не знаю. Я до такой степени заебанная на этой работе, вообще на всей работе. На всей работе, абсолютно. До такой степени заебанная, что это вообще, ну и нет сил ни на что. Вот скажите, пожалуйста, у кого так? Я не знаю, это с чем связано? С тем, что рабочий день 8 часов, что работа однообразная, что работать это не твое. Ну, например, что еще может быть? Какие варианты? Зимняя депрессия. Ну, какие? Ты охуела. Ну, какие варианты еще могут быть? Не знаю. Ну, работать реально сложно, реально. Работать сложнее, чем учиться. Намного сложнее, чем работать. Допустим, кто-то думает, что вот учиться, потому что это вообще фигня. Выйдешь на работу, все будет по-другому. Ага, блядь. Тут-то вы угадали, конечно. Ах. Ну-ка. Мало же, да, ананасов? Ну, конечно, мало. Кого тут я наделаю? Сейчас еще подрежу. Заправлять майонез, конечно же, салат не буду. Этот порезанный уже. Ха-ха. Этот уже.
уже порезанный. Здесь уже обиночки позаботились. Видите, красная цена? Ерунды надела, а эти уже вот тайские ананасы порезанные. Хотя, в принципе, так-то наоборот лучше, когда целиком, намного лучше. Так что эту красную цену я не хаю. Не хаю. Так. Так, одна банка остается впрок. Так. Все, я, получается, сделала салат. Салат готов. Какая Инна. Блин, он такой тяжелый. Он реально тяжеленный. Офигеть. Короче, мама сказала, что заправить можно йогуртом и горчицей. Но йогурта у меня нет. Обыкновенный йогурт можно купить завтра. Завтра возьму его на работу, положу в контейнер. Прикиньте. Ну что, смотрите, какой охуенный салат. Сколь добра. Ну-ка. Так, ну и учитывая то, сколько он, допустим, стоит, этот салат. Блин, если считать ананасы не по акции, то это очень дорого. Только на ананасы 300 рублей. Если не по акции, ну 270, 200. Ну, допустим, ладно, 250, курица. Вот. Мне бы хватило вот этой грудки. Подождите, я же ее покупала сегодня. Где чек? Ну, чек тут не найти, тут уже не разберешь. А, ну, это, видите, пакетики. Это, знаете, от чего? Ягоду я размораживала, чтобы компот сварить. Это от клубники. От мороженой клубники. Так. Так, значит, ну, например, 250 плюс курица, где там 100 с чем-то, ну, 180, 2 яйца. Ой, блядь, как это дорого, чтобы что-то вкусное поесть, это так дорого. Сыр дорогой. Ну, сыр мне мама дала, сыр я не покупала вот этот. Блять, какая жизнь дорогая. Короче, если бы я все это покупала, то это вышло бы на 1000. Охереть. У меня это много вышло бы. Зато целый таз. Я вот надела и целый таз. Все, мои дорогие. Спасибо, что приготовили со мной. Целую, обнимаю. Видите зубы от красного вина. Антон С. пьет через трубочку, правильно делает. Но зубы реально синеют. Целую вас, обнимаю.